Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я попробую найти рарку с очень дорогими наклейками. Поэтому это однозначно будет очень весело и заслуживает твоего лайка. Присаживайся поудобнее и удачного тебе просмотра. Также хотел бы вам подарить 1000 голды. Чтобы ее получить совершенно бесплатно, тебе надо: первое, посмотреть видео без перемоток до конца; второе, поставить лайк и написать комментарий со своим ID; и третье, подписаться на мой канал. Все элементарно. Я думаю, ты уже все сделал, поэтому мы можем начинать. Для начала нам необходимо выбрать фильтр по раркам. Далее, теперь давайте подумаем, каким оружием чаще всего пользуются игроки. Это или М-ка, или это АКР. Поэтому я, ребятки, выбираю прямо сейчас АКР. И посмотрим, какие же у нас есть рарки. АКР Нано неинтересно, а вот АКР Карбон — это именно тот самый АКР, который я вижу чаще всего. И прямо сегодня мы будем искать самые крутые и самые дорогие наклейки на АКР Карбоне. Также мы долистаем до самого низа, посмотрим, какие же скины и с какими наклейками там продают. Ну что же, дамы и господа, полетели. Начальная цена 2.75. Цена на продажу тоже 2.75, а уже 2.76. Ну что, полетели. Блин, пожелайте мне удачи и самое главное, пожелайте мне терпения, потому что, ребята, это будет очень-очень сложно. Я долистал до 3 голды и я пока что не вижу ни единой наклейки. Наша цель — ловить наклейки. Возможно, прямо сегодня мы даже спамаем аркана наклейки, кто его знает. Я, ребят, постараюсь пролистать в самый низ. Я не знаю, сколько мне придется потратить времени. Наверное, это минут 30, потому что, посмотрите, я уже листаю, ну, минуту точно, и до сих пор 3 голды. Такое ощущение, что я на одном месте. Кстати, всего запроса на продажу 19 тысяч, то есть довольно-таки много скинов. Но, ребята, мы не сдаемся, как говорится, будем сильными, листаем самый-самый низ. И я, блин, до сих пор не вижу ни единой наклеечки. Ребята, ну, это уже какое-то свинство. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы одну наклеечку, ну, хотя бы за 4 голды, да за 5 голды. Я уже готов на любую сумму, ребят. Наша главная задача — найти скины с наклейками. И я очень хочу хотя бы, возможно, увидеть скины с аркана наклейками. А возможно, даже купить. Просто представьте, как это было бы круто, если бы у меня, грубо говоря, был бы какой-то АКР Карбон, и на нем было бы 4 аркана наклейки. Вот это, конечно, было бы топово. Блин, ребята, всего лишь 3,5 голды. У меня такое ощущение, что я листаю целую вечность, как будто прошло 1000 лет. И я всего лишь пролистал 0,6 голды. Зашибись, ребят. Я даже одну голду не пролистал, чтобы понимали, насколько же все сложно, насколько же все долго. Кстати, хочу отметить то, что когда вы листаете на эмуляторе, то эмулятор работает по такому принципу: чем больше ты листаешь, то тем больше у тебя лагает. Я спрашивал у других ютуберов, они мне тоже говорили, что типа, да, кентуха у нас тоже подвисала, еле долистали. Да, кстати, ребят, я говорю сразу, я не плагиат, эту идею я позаимствовал. Я спросил разрешение у другого ютубера, за что им большое спасибо. Так, ну че, почины? Пока что до сих пор 4 голды. Ну, ребята, ну вы имеете совесть, ну тут пришел Кент ПК. Я впервые в жизни, блин, вообще таким занимаюсь. Так, надо смотреть более внимательно, потому что мне кажется, пока мы с вами трендим, я могу пролистать какую-либо наклейку. Поэтому, ребята, максимально внимательно смотрим, чтобы я ничего не пропустил. Я листаю в самый-самый-самый низ. Уже 5 голды, ребят, уже хотя бы что-то, уже хотя бы это меня радует. И когда же мы увидим первую наклейку? Дамы и господа, делайте ваши ставки. Я думаю, что примерно до 7 голды мы должны найти первую наклейку. Но, возможно, я ошибаюсь. Блин, ребят, очень хочу увидеть наклеечку. Ну, пожалуйста, я даже хочу купить. Вот реально, первый скин с наклеей, который я вижу, я его сразу же куплю. Давайте. Окей, так уж и быть, все ради контента. Первый скин, который я вижу с наклейкой, я его сразу же сходу покупаю. Но пока что я вообще никаких скинов не вижу. Я ничего не вижу, я вижу только цифру 5 перед собой. И, честно говоря, у меня такое ощущение, что нас, кажись, обманут. Я не вижу ни единого скина с наклейкой на АКР Карбон. Но, ребят, а вообще, может быть, я что-то делаю неправильно. Возможно, что-то, возможно, сильно быстро листаю. А где хотя бы одна наклеечка, ребятки? Ну, хотя бы одна. Ну, однусенькая. Ну, пожалуйста, уже любая там какая-то наклейка. Дигл Мастер, АВМ Спорт В2. Да, любая наклейка, я куплю любую. Блин, ребята, я очень надеюсь на то, что я успею урвать и смогу урвать хоть какую-то наклеечку. Так, пока что до сих пор 6 голды, ничего совершенно не видно, но я, ребята, не сдаюсь, как говорится, я буду верить в лучшее. Я верю в то, что... Вот, вот, вот...
Я сказал, покупаю, иди сюда, 6,49, вот это да, купил, и второй покупаю, опа, ребят, пошли скины с наклейками, вы видели, там снизу еще одна наклейка, ничего себе, сразу, раз, два, три, четыре, пять наклеек, вот это, конечно, балдеж, шестая наклейка, так, ребята, я был прав, ровно до 7 голды, попались у нас 5 наклеек. Так, ого-го, сколько наклеечек-то. Так, ребят, а вот теперь самое интересное. Вот теперь я буду выбирать самые дорогие наклейки. Так, ну пока что вот эти все наклейки, если я не ошибаюсь, то они довольно-таки дешевые. Поэтому даже нет смысла их покупать. Да. Ну вот эти все наклейки, ну камон, они дешевые, но нету смысла. Я ищу какие-то эпики, например. Я ищу какие-то, возможно, с хэллоуинской коллекции какие-то скины. Но, ребят, я, блин, уже полчаса листал, и посмотрите, какие наклейки я вижу. Слушайте, ничего себе, как много наклеек, вот это, конечно, да. И самое странное, что все эти наклейки стоят дороже, чем АКР Карбон. Объясните мне, пожалуйста, зачем вы их клеите, ну зачем, ну это же просто-напросто невыгодно. Так, ребят, ну пока что мне хватит, я купил все 2 скина с наклейками, и мы не сдаемся, листаем самый-самый низ. Давайте, листаем ниже. Так, ой-ой-ой. Так, ребят, пока что ничего интересненького я не вижу. Возможно, я пропустил какие-то дорогие наклейки, поэтому, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Так, ну что же, дамы и господа, так, ну я пока что вижу наклеечку Danger Zone, если не ошибаюсь, это... Эпик или рарка. Хрен его знает, что это. Так, но листа... Опа. Смотрите. Это мне показалось наклеечка Nice Cool. Это же эпик. 100% покупаем. Сразу сходу покупаем. Вот это да. Нормально. Покупаем наклеечку на уверенности. И листаем дальше. Блин, ребят, посмотрите, как же много наклеек. Я хочу увидеть хотя бы один скин с 2 наклейками. Как думаете, как скоро мы его сможем увидеть? Хотя бы один скин с 2 наклейками. Ну, пожалуйста, ну иди сюда, дорогуша, родной мой маленький скин. 2 наклеечки, ребят, надо 2 наклейки. Я листаю максимально быстро, потому что наша задача пролистать самый-самый низ. Ух ты, блин, сколько интересных наклеек было. Но все равно везде по одной. О, 2 наклейки, как я говорил, 12 голды. Так, а вот сейчас мы, ребята, будем выбирать, какой же скин и с какой же наклейкой купить. Так, слушайте, ну вот эти вот наклеечки довольно-таки неплохие. Я их куплю. 5 minutes later. Блин, народ, как же я вам завидую. Для вас это всего лишь, не знаю, 1 минута, а для меня это целый час жизни. Я уже листаю, уже палец устал, я уже думал, может, другое видео какое-то отснять. Но нет, ребята, мы не сдаемся. Ничего себе, вот это тогда... блин, а можешь купить? Я даже не знаю. Блин, ребят, вот это джекпот. Ничего себе, сколько крутых наклеек. Вы просто посмотрите на все это. Честно говоря, у меня прям тянется рука что-то из этого купить, потому что я прям смотрю на это все. Реально, я хочу, но нет. Наша задача найти арканы наклейки, ну или легендарные наклейки. Поэтому мы не сдаемся, продолжаем дальше. Опа-па, а вот это я уже реально хочу купить. Посмотрите на этот скин за 200 голды, потому что на нем 4 хэллоуинских наклейки. Ничего себе, этот скин стоит сам по себе, ну, дороже 1000 голды, 100%. Блин, ребята, а я даже не знал. Ничего себе прикол. Короче, если вам нужны крутые наклейки, то листайте до 200 голды и просто посмотрите на все эти наклейки. Блин, ребята, у меня чуйка, очень скоро будут аркана наклейки. Очень-очень скоро, я это чувствую. И я куплю себе, я реально куплю. Сколько бы они ни стоили. Не, ну как, ну если дороже 1000, то не куплю. А так постараюсь купить, блин, ребят, вот это крутяк, конечно. Только что я долистал до 500 голды. И что же я тут вижу? Тут самые обычные наклейки. Такие же самые скины можно купить, блин, за 30 голды. Ребят, чуть забдиралка, где нормальные наклейки? Ну вот хэллоуинская наклейка, и что? Так сама же хэллоуинская наклейка стоит 250 голды. Да блин, да чё это забдираловка? Я просто в шоке. Пока что самые выгодные скины были на 200 голды. Вот на 200 голды я бы себе, возможно, купил бы. Ну а пока что, ребят, к сожалению, ничего такого сверхъестественного я не вижу. Может быть, еще что-то найду, тогда вам покажу. Единственное, что могу вам сказать, что я капец как устал, и скорее всего подобные видеоролики я больше снимать не буду, потому что трындец просто, уже листаю минут 40 точно. Ура, мы долистали до 1000, и самое интересное, что тут вообще или нет наклейки на 1000, или 1 или 2 максимум. Да что это за прикол, кто вообще будет покупать?
Да блин, да посмотрите на вот это все. Это просто надо быть сумасшедшим, чтобы купить за такие бабки скины, на которых нету наклейки, а, или максимум 1-2. Ну что же, ребята, мы долистали до самого конца, и вы просто посмотрите на все это. Я просто в шоке. Скин, который стоит 1 миллион голды, на нем нету ни единой наклейки. Дальше, следующий скин. Да, Базара 0, там есть 4 наклейки, но не за миллион голды. Просто представьте, что у человека должно быть в голове, если он выставляет за такую цену. Я считаю, это не норма. Выставляет скин с 4 наклейками за миллион голды. Я просто в шоке. Посмотрите на следующие скины, они тоже не стоят своих денег. Ребят, очень-очень и еще раз очень-очень дорого. Я просто не понимаю, зачем выставляли. У меня такое ощущение, что выставляли их по ошибке, потому что ни один адекватный человек вот эти вот скины не будет выставлять. Да и тем более, это даже не аркана скины. Тут нет ни единой арканы наклейки. Ни единой. Я вот пролистал все скины, я внимательно смотрел. Целый час жизни потратил, но ни единой арканы наклейки я не нашел. Давайте посмотрим, что же я купил. Я купил вот такие вот скины, потратил в сумме примерно 100 голды. Я считаю, это очень-таки выгодно. Если вам понравилась подобная рубрика, обязательно ставьте лайк и пишите мне в комментариях, какой скин мне искать дальше. Возможно, именно на том скине найду наклейку Аркану и куплю этот скин. Так что, братва, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на мой канал и пиши в комментариях, что же мне искать дальше. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.